Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет! Рассмотрим с вами задание из учебника «Математика. 6 класс». Авторы Мерзляк, Полонский и Кир под номером 342. Нас просят найти значение выражения. Итак, под цифрой 1. Расставим порядок действий. Сначала будем выполнять умножение, а затем вычитание. Сделаем строчку. Итак, от 15,4 нам нужно с вами вычесть произведение. Как найти произведение смешанных чисел? Преобразуем смешанные числа в неправильные дроби. 4 9 – 36. 36 плюс 4 – 40. Это числитель неправильной дроби. А знаменатель 9 переписываем. Умножаем. Умножаем целую часть 3 на 8. 3 8 – 24. И прибавляем числитель. 24 плюс 3 – 27. Знаменатель 8 переписываем. И теперь мы от 15,4 можем вычесть произведение. Как найти произведение двух дробей? Это дробь. В числителе произведение числителей 40 умножаем на 27, а в знаменателе произведение знаменателей 9 умножаем на 8. А теперь вспоминаем про сокращение дробей. Сократим нашу дробь на 8. В числителе 40 делим на 8 – это 5. В знаменателе 8 делим на 8 – это 1. А теперь сократим на 9. 27 делим на 9 в числителе – это 3. 9 делим на 9 в знаменателе – это 1. И тогда мы от 15,4 отнимаем дробь в числителе 3 – 5 – 15. А в знаменателе 1 умножить на 1 – это 1. От 15,4 нам осталось вычесть. 15 делим на 1, так как черта дроби заменяет действие деления, это будет 15. От 15 целых отнимаем 15 целых, это будет 0 целых. От 4 девятых отнимаем 0, будет 4 девятых. Перепишем пример под цифрой 2. Расставим порядок действий. Сначала мы будем с вами выполнять умножение в скобках, затем вычитание в скобках, а затем результат вычитания мы умножим на 81/88. Это будет третье действие. И давайте мы так и выполним по действиям. Первое действие у нас будет с вами произведение смешанных чисел. Как мы это сделаем? Мы смешанные числа преобразуем в неправильные дроби. 1 умножаем на 15 – это 15. 15 плюс 13 – это 28. Числитель неправильной дроби, а знаменатель переписываем 15. 28 – 15. Так умножаем на 1,1921. 1 умножаем, 1 умножаем на 21 – это будет 21. 21 плюс 19 – это 40. А знаменатель 21 переписываем. Итак, произведение двух дробей – это дробь. В числителе – произведение числителей, в знаменателе – произведение знаменателей. Итак, в числителе мы 28 умножаем на 40, а в знаменателе 15 умножаем на 21. Сокращаем. И 28, и 21 делится на 7, поэтому сокращаем на 7. 28 делим на 7 в числителе – это 4. 21 делим на 7 в знаменателе – это 3. И 40 и 15 делится на 5. Сокращаем на 5. 40 делим на 5 в числителе – это 8. А 15 делим на 5 в знаменателе – это 3. И получаем 4 8 в числителе – 32. 3 3 в знаменателе – это 9. 32 девятых. Нам нужно с вами выделить целую часть. 32 делим на 9, берем по 3. 3 9 – 27. От 32 отнимаем 27, получаем 5 девятых. И второе действие. Нам нужно с вами от 6 целых отнять 3,5 девятых. Так как у 6 целых нет дробной части, то мы 6 целых представим как 5 целых, а единичку как дробь 9 девятых, чтобы у нас была разность дробей с одинаковыми знаменателями. Минус 3,5 девятых.
найдем разность целых частей. От 5 отнимаем 3 целых, это 2 целых. Найдем разность дробных частей. Знаменатель 9 переписываем, а в числителе от 9 отнимаем 5, это 4. 2 целых и 4 девятых. И последнее, третье действие. Нам нужно 81 88 умножить на результат второго действия, на 2,4. Для этого смешанное число мы преобразуем неправильную дробь. 2 9 – 18. К 18 прибавляем 4 – 22. И знаменатель 9 переписываем. Итак, произведение двух дробей – это дробь. В числителе произведение числителей – 81 умножить на 22. А в знаменателе произведение знаменателей – 88 умножаем на 9. Сокращаем на 9. В числителе 81 делим на 9 – это 9. В знаменателе 9 делим на 9 – это 1. Сокращаем на 22. В числителе 22 делим на 22 – это 1. А в знаменателе 88 делим на 22 – это 4. Получаем в числителе 9 – 1 – это 9. В знаменателе 4 – 1 – это 4. 9 – 4. Неправильная дробь. Выделяем целую часть. 9 делим на 4 – берем по 2. 2 4 – 8, от 9 отнимаем 8, 1 – это числитель, а 4 – знаменатель переписываем. Итак, мы получили с вами 2,1. По цифре 3 переписываем условия. Расставим порядок действий. Итак, поскольку у нас с вами произведение разности на сумму, то сначала мы выполним действие в первых скобках, затем во вторых, а потом результаты перемножим. Итак, для того, чтобы выполнить вычитание в первых скобках, нужно привести дроби к общему знаменателю. Так как знаменатель первой дроби кратный знаменателю второму, то приведем дроби к знаменателю 16. Дополнительный множитель ко второй дроби будет 2. И тогда у нас в первых скобках будет 5,1 минус 1 целая. Умножаем числитель и знаменатель дроби на одно и то же натуральное число. Получаем 2/16. Во вторых скобках тоже приводим дроби к общему знаменателю. 6 и 14. У них общий делитель 2, но 6 это 2 3, а 14 это 2 7. И тогда общий знаменатель будет 2 умножить на 3 и на 7. Или 6 7 – 42. И тогда дополнительный множитель к первой дроби. 42 делим на 6 – это 7. А второй – 42 делим на 14 – это 3. И тогда мы получаем с вами дроби, применяя основное свойство дроби. 35/42 плюс 9/42. В первых скобках мы не можем сразу найти с вами разность, потому что дробная часть уменьшаемого меньше, чем дробная часть вычитаемого. Занимаем единичку, и тогда будет не 5 целых, а 4 целых. А единичку представим как 16 шестнадцатых и сложим ее с 1 шестнадцатой. Будет 17 шестнадцатых. И найдем разность. С 1 и 2/16. А здесь мы можем уже сложить. У нас сумма дробей с одинаковыми знаменателями. Знаменатель переписываем, а в числителе складываем числители. 35 плюс 9 – это будет 44. От 4 целых отнимаем 1 целую – это будет 3 целых. И от 17 16 отнимаем 2 16, знаменатель 16 переписываем, а в числителе разность числителей. От 17 отнимаем 2, это будет 15. Не торопимся выделять целую часть, потому что нам нужно будет с вами находить произведение. А для произведения нам нужно, чтобы наши дроби были записаны в виде обыкновенных дробей или неправильных дробей. Тем более нашу вторую дробь можно сократить. А первую преобразуем в неправильную дробь.
3 умножаем на 16, 3 умножаем на 10, 30, 3 умножаем на 6, 18, 30 плюс 18 – это 48. А теперь к 48 осталось прибавить 15. К 48 прибавляем 15, получаем 63. 16. Сокращаем дробь, и 44 и 42 делятся на 2. 44 делим на 2 – это 22. 42 делим на 2 – это 21. Ну и теперь находим произведение дробей. Произведение дробей – это дробь. В числителе произведение числителей 63 умножаем на 22. А в знаменателе произведение знаменателей 16 умножаем на 21. Сокращаем нашу дробь на 21. 63 делим на 21 в числителе – это 3. 21 делим на 21 в знаменателе – это 1. И 22 и 16 делится на 2, сокращаем на 2. 16 делим на 2 – это 11. 22 делим на 2 – 11. А 16 делим на 2 – это 8. И тогда в числителе у нас 3 умножаем на 11 – это 33. В знаменателе 8 умножаем на 1 – это 8. Получили 33 восьмых. Это неправильная дробь. Выделяем целую часть. 33 делим на 8. Берем по 4. 4 до 8 – 32. А 33 отнимаем 32 – это 1. И знаменатель переписываем. Получили дробь 4,1. Перепишем условия по цифре 4. Итак, обратим внимание, что условия 3 и 4 примера очень похожи. Но первые скобки убрали. И получили уже другой пример. Изменится порядок действий. Первое действие мы будем выполнять в скобках сложения. Мы его уже выполняли. А второе действие уже будет у нас произведение. И только третье действие – вычитание. Сделаем, выполним по действиям. Итак, 5 шестым прибавляем 3 четырнадцатых. Вспоминаем, что общий знаменатель был у нас 42. Дополнительный множитель к первой дроби 7, ко второй 3. И тогда мы складываем с вами дроби, применяем основное свойство дроби 35/42 с дробью 9/42. Знаменатель переписываем 42, числители складываем, получаем 44. Сократим эту дробь на 2. Числители 44 делим на 2 – это 22. В знаменателе 42 разделим на 2 – это 21. Выделяем целую часть. Это будет 1 целая. 1 умножаем на 21 – 21. От 22 отнимаем 21 – это 1. И знаменатель 21 переписываем. По цифре 2 нам нужно найти с вами произведение смешанных чисел. Но для произведения нам нужны дроби, обыкновенные или неправильные. И поэтому мы с вами преобразуем наши смешанные числа в неправильные дроби. 1,1 преобразуем в неправильную дробь. 1 жды 8 – это 8 плюс 1 – 9 восьмых. Мы умножаем на 22 двадцать первых. Произведение дроби – это дробь. В числителе произведение числителей 9 умножаем на 22, а в знаменателе произведение знаменателей 8 умножаем на 21. Сокращаем наши дроби на 3. В числителе 9 делим на 3 – это 3. В знаменателе 21 делим на 3 – это 7. Сокращаем на 2. В числителе 22 делим на 2 – это 11. В знаменателе 8 делим на 2 – это 4. И тогда в числителе 3 умножаем на 11 – 33. В знаменателе 4 жды 7 – 28. Выделяем целую часть. Будет 1 целая. А теперь от 33 отнимаем 28. Получаем 5 28. И последнее, третье действие. От 5 целых и 1 16 – нам нужно вычесть 1,5. 16 и 28 имеют общий делитель 2. И 16 – это 2 умножить на 8, а 28 – это, или даже не 2, а 4. Давайте запишем.
16 – это 4 умножить на 4, а 28 – это 4 умножить на 7. И тогда наименьшее общее кратное будет 4. 4 умножить на 4 и умножить на 7. Или 16 умножить на 7. Итак, умножим 16 на 7. 6 7 – 42. 2 пишем, 4 запоминаем. 7 1 – 7 плюс 4 – 11. 112. Итак, наш общий знаменатель будет 112. Дополнительный множитель к первой дроби – 7, ко второй – 4. Применяем основное свойство дроби. Умножая числитель знаменателя дроби на одно и то же число, получим 5 целых. 7 1 – 7 – 112. Минус 1 целая. Умножаем числитель знаменателя на 4. 4 – 5 – 20. 112. Не можем найти разность, потому что дробная часть уменьшаемого меньше, чем дробная часть вычитаемого. Занимаем единичку, получаем 4 целых, а единичку представим как 112 112 и сложим с 7 112. Получим 112 плюс 7 – 119. 112. И минус 1 целая. 20, 112. От 4 целых отнимаем 1 целую, будет 3 целых. От 119, 112 отнимаем 20, 112. Знаменатель переписываем 112. А в числителе от 119 отнимаем 20, получаем 99. Итак, значение нашего выражения записываем 3 целых и 99 112. Все, мы справились с вами с заданием. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, есть предложения, замечания, то оставляйте их в комментариях к этому видео.